каждую пятницу кто-то занимается чем-то особенным. Кто-то остается дома и наслаждается отдыхом после тяжелой рабочей недели. Кто-то отправляется за город. Кто-то едет в свет танцевать, отдыхать. А я каждую пятницу в гусе. А даже я с гусем. У меня есть свой личный гусь. Гусь, привет! Уже на протяжении, наверное, 2 лет почти весь город Харьков в гусе. Это состояние души. Хочешь быть веселым – будь в гусе. Хочешь быть сытым – будь в гусе. Хочешь потанцевать – будь в гусе. И, в принципе, хочешь быть в тренде – будь в гусе. Что символизирует ваш номер вот этих вот не очень приличных людей? Наверное, мы хотели бы показать людям разную сторону выпивания алкоголя, и она может быть хорошая, может быть не очень. И мы, наверное, та черная сторона. И мы желаем, чтобы никто никогда не превратился в таких... Да. Просто таким образом. Да. Употребляйте в меру. Каждую пятницу мы в гусе, приходите посмотреть на вот этих вот дебоширов. Сегодня разыгрывается пивной чемпион, который получит 2 литра пива, а также разыгрывается стол, который больше всех заказал, получит сертификат на 5 литров пива. Есть за что посражаться, а задания какие, интеллектуального характера? Нет, задание больше пить, гулять, веселиться, а самое главное кушать нашу вкусную еду. Классно, спасибо большое, увидимся еще в следующую пятницу. Спасибо. Давай. Как я удачно к вам подсела, у вас столько вкусной еды. Сегодня вы отмечаете какой-то праздник. Да, отмечаем день рождения подруги нашей. Если молодые люди пьют, значит, наверное, им нравится. А вы это сами все съедите или с девушками вместе? Мы их ждем, пока даже не начинали. Планы на будущее, мне вот интересно. Ну, девушки же они по чуть-чуть, правильно. Основную массу мужчины едят. Да. Когда вы выступаете на сцене, у вас есть какое-то меню определенное, составленное вот в этот день, когда вы поете, играете? Скажу, вот, стандартно у группы Каперс это меню по литру пива и рыбка или сулугуни. Я думал, во время. Нет, это было вот перед, чтобы подготовиться. Нет, только моральный настрой и водичка. Мы считаем, что алкоголь, он немножко, наверное, затуманивает, и ты все-таки можешь потерять какие-то определенные ощущения. После выступления с удовольствием. Тут либо надо пить постоянно на сцене, да. Либо вообще не пить. На следующей неделе у нас вечеринка под названием «Крестный отец» одноименному фильму. Группа «Дебош», город Сумы. 1 августа уже, блин, остался один месяц лета. 1 августа у нас будет вечеринка на миллион, потому что мы будем праздновать День инкассатора. У нас будет выступать группа «Принглс». Ну и, скажем так, самое значимое событие августа – это 8 августа. Финалисты шоу «X-Factor» – дуэт «Two Voices».